Всем привет! Хочу сегодня вам рассказать о своем заказе от Faberlic. Вот такую огромную коробку я получила вчера. Чтобы мое видео было не бесполезным, я уже ее открыла вчера и некоторые продукты потестила. Так что сегодня вам о них расскажу и давайте приступать и уже откроем ее. Вот все продукты, которые у меня были в заказе. И сейчас о каждом вам, не сильно затягивая, расскажу. Это средство чистящее для туалета. Ни разу не пробовала. Беру первый раз. И он с таким носиком. Вот такой вот он. Сегодня я его попробовала. Неплохо справляется. Тут написано в инструкции, что необходимо. Да, здесь объем 500 мл. Что необходимо, если вы хотите избавиться от ржавчины прям в глубине, то необходимо оставить его на час. Я пока этого не делала, сегодня хочу проверить, оставлю на час и посмотрим, как он избавит от того, что не нужно, чтобы там находилось. Также примерно уже четвертый раз, наверное, заказываю себе средства для мытья посуды. На этот раз я взяла с экстрактом алоэ, это концентрированное средство для мытья посуды. Подходит для мытья детской посуды, бутылочек, овощей и фруктов. Легкий природный аромат. Этот аромат неплохой, такой травяной. До этого у меня был с малиной и с лимонным таким запахом. С малиной мне очень понравилось именно запах. А вообще средство мне нравится, оно очень хорошо отмывает посуду. Жир быстро смывается водой, то есть не остается вот этого вот мыльности на ощупь. И я его не развожу, кстати, с водой. Классное средство, его я всем советую. Очень достойный продукт. Двое колготок я заказала маме. Это у меня 40 ден в бежевом и это у меня 20 ден в черном. Я очень много, и в том числе на YouTube, слышала хороших таких отзывов о них. И все их хвалят, что они прочные. Посмотрим. Три туалетных мыла. Это у меня бразильская идиллия, любовное цветение и мелодия моей Хоа, если я правильно читаю. Вот этот у меня уже был. Это кокос и гибискус. Очень приятный аромат. Сначала идут такие неотчетливые нотки кокоса, мягкий аромат. А потом какие-то нотки цветочного. Скорее всего, это гибискус. Эти не пробовала, ничего о них не могу сказать. Будем пробовать. Все-таки решилась и заказала себе жидкое мыло Beauty Cafe «Спелая смородина». Очень многие нахваливали этот запах. Некоторые себе партиями закупали гели для душа. Но я в зимнее время, в холодное, не очень люблю такими ягодными какими-то гелями для душа пользоваться. Для меня это более такой летний аромат. Но взяла жидкое мыло попробовать, что ж это за запах такой уникальный. Ну, я вам могу сказать, что да, приятный запах. Смородина черная, в основном чувствуется запах. Скажем так, я пока не в восторге, может быть, я еще пока его не распробовала. Взяла зубную пасту White Plus. Здесь у нас 75 мл. Бережное отбеливание зубов. Я ее уже попробовала. Здесь нет мятного привкуса или мятного запаха. Есть какой-то привкус, но он по мне так не очень приятный. Я очень люблю пить кофе, я в день-то могу по 3 кружки выпивать. И, допустим, Сплат и Рокс у меня справлялись вот вечером, то есть у меня зубки уже белые после использования зубной пасты. От этого вчера такого не было, вот я на ночь вечером чистила зубы. А в первом каталоге 2017 года у них появились вот такие бальзамочки, но вот во втором каталоге я их уже не увидела, может, я плохо смотрела. Я себе взяла номер 2 и 3, там есть номер 1 и 4. Это бальзамы, которые добавляются в напиток, либо пьются самостоятельно. Номер 2 это бальзам с крапивой и зверобоем. Он подходит для сосудов, то есть он, я так понимаю, разжижает кровь и укрепляет сосуды. То, что мне как раз нужно. А это я взяла для мужа. Это номер 3. Здесь у нас идет с черникой и эхиноцеей. Эхиноцея, я знаю, очень хороша для иммунитета. Черника для глаз, да, это для укрепления зрения, чтобы глаза не уставали. И также еще было написано, что это хорошо для учащихся. И у них большое напряжение, большая концентрация. Я попробовала вчера вечером в чай зеленый добавить вот этот бальзам. Здесь, кстати, в составе есть сахар. Здесь, кстати, написано, что его необходимо добавлять в чай или воду не горячую. Вот это меня, если честно, немножко смутило, потому что я брала его для того, чтобы добавлять горячий чай. Теплый чай я не пью. Мне кажется, что просто почему нельзя в горячее добавлять, это как с медом, теряются все полезные свойства. Но
посмотрим. Единственное, вот это меня огорчило. А так он, да, он сладковатый. Вот очень приятный травяной привкус, не отталкивающий. И вот здесь у нас 180 мл этого сиропа получается, бальзама. А стоит он 250 рублей, это как бы со скидкой, а без скидки он вообще там 500 рублей стоит. Не знаю, будет ли от него толк. Из ухода я взяла себе тоник для жирной кожи, матирующий для проблемной кожи. Мне как раз сейчас непонятно, что-то творится с моей кожей, очень много высыпаний появляется. Я вчера попробовала его после очищения своей кожи, после умывания. Он очень сильно пахнет спиртом и такой ощущение, протираете лицо спиртом. Но здесь заявлено, что он с маслом мануки или мануки, как правильно говорится, и салициловой кислотой. Естественно, по первому разу ничего особого не могу сказать, но сегодня с утра также им протирала, и он немного матирует кожу. Этот эффект ненадолго. Также с этой серии Ultra Clean Green я взяла вот такой вот гель точечного воздействия СОС. Он у нас быстро снимает воспаление и надежно маскирует несовершенство. Масло мануки и салициловая кислота. Ну вот так вот он выглядит в объеме 15 мл. И здесь есть носик вот такой. И сейчас я вам покажу, какой он по цвету. Он потому что не белый и у него не гелевая консистенция. Ну вот так вот он выглядит как... тональный, наверное, но я его беру очень мало и хорошо его распределяю, и его вообще тогда не видно на коже. Я уже им пользовалась, он чуть-чуть подсушивает покраснение, немного снимает воспаление, красноту, и он с таким очень-очень легким эффектом тонирования. Мне понравилось. И в некоторых видео увидела, что о нем не очень хорошо отзываются именно из-за того, что он как бы темный, его сильно видно на лице. Нет, когда вы его берете немного и когда вы его хорошо распределяете, он сливается с кожи, его вообще незаметно на лице. Ни в дневное, ни в вечернее время. Также вот для умывания я взяла с серии Airstream кислородное сияние. Это очищающая пенка мусс для лица. У него большой объем, 175 мл. Она деликатно очищает кожу, снимает любой макияж, разглаживает кожу, улучшает цвет лица. Вот как раз таки пункт «снимает любой макияж» мне и нужен был, потому что в последнее время я покупаю какие-то средства, они у меня очень плохо снимают макияж. Но стойки я еще не пробовала смывать, а вчера я смыла очень легкий макияж, то есть это тон, румяна, помада, тушь, даже теней не было. Но он очень хорошо ее смыл, даже тушь у меня от Makeup Forever, она не очень хорошо смывается, но у меня вообще и следа от нее не осталось. Пока понравился. Купила попробовать вот такую серию The Line, крем для депиляции, 2 в 1, с алоэ вера, для чувствительной кожи зоны бикини, попробую, не знаю, ни разу не пробовала, и также такие восковые полосы для депиляции, удаляют волосы с первого раза, с алоэ вера, буду пробовать, и если средство хорошее, я вам о нем расскажу. Ну и если очень плохое, тоже расскажу. Для волос я взяла кондиционер для идеальной гладкости. Очень много кто о нем отзывался хорошо. И говорили, что это прям супер-мега средство, бюджетное. И очень хорошо разглаживает волосы, делает их блестящими, послушными. У меня волосы окрашенные, длинные. По мне так это обычный кондиционер. Ну, я рада уже тому, что он немного смягчает волосы после того, как вы его смоете, потому что я брала маску также от Faberlic, зеленый тюбик, там что-то с восстановлением связано, а она мне даже, можно сказать, высушивала волосы. Это хотя бы немного смягчает. Не могу сказать, что она вот мне как-то сильно понравилась, но опять-таки я использовала ее один раз, и выводы делать рано. Но это мое такое первое впечатление о ней, ничего особенного. Крем-маска для рук. Я люблю наносить такие плотные крема на ночь. У меня в основном это и идут они с омолаживающим эффектом. Потому что с омолаживающим эффектом они как раз таки более питательные. Написано, что она с коллагеном. Не пробовала, она зафольгирована. Вообще не нравится вот у Faberlic, что у них все продукты зафольгированы, запечатанные. Это очень подкупает, скажем так, быть уверенными, что для тебя ее никто не открывал, не пробовал. Также из серии Airstream, да, как и пенка мусс для умывания, я взяла себе вот такой
кислородное сияние. Это крем ночной, восстановление и детоксикация. Объем 50 мл. Я им еще не пользовалась. И осталось у меня немножко декоративной косметики. От Faberlic я взяла антивозрастной бальзам для губ. Взяла их сразу два, потому что они мне очень нравятся. Я не в первом уже видео рассказывала о всех их свойствах. Это с маслом макадамии, разглаживает, питает губы. Очень круто. И пока это самые лучшие средства, которыми я пользовалась. Бальзамов и ухаживающих средств для губ у меня было много. Лак со спецэффектами Mirage. Он такого лавандового цвета. И здесь есть вкрапления небольшие блесток. Но они очень такие деликатные, очень красивые. Оттенок у меня называется душистая сирень. Его артикул 7385. Пока не пробовала, но у меня такой есть из этой же серии, розовый, с таким матовым пудровым эффектом. Мне очень нравится эффект, но тот лак не стойкий. А как этот будет себя вести на моих ногтях, дальше будет виднее. Сатиновая помада из серии «Сияние в цвете». И это у меня оттенок лиловый блюз. Так она выглядит. Сейчас камера передает более точно оттенок. Она красивая, она темная, она не светлая. Сейчас вам сделаю сводч. Она очень мягкая в нанесении, естественно, она не матовая. Но в ней нет никаких блесток. Это просто такой красивый сатин. И цвет, кстати, тоже очень красивый. Артикул 4589. Из серии Secret Story я заказала себе помадку. Из серии сыворотка «Идеальные губы» в очень красивой, тяжелой упаковке. Прям такая она добротная упаковочка. И это у меня оттенок назывался «Томный розовый». Но я бы, скорее всего, сказала, что это светло-светло-коралловый оттенок. Вот сейчас прям очень хорошо передает вам цвет камера. Вот так она выглядит. Это ее цвет. И я уже сегодня ее наносила на губы. Очень мягкая кремовая текстура. Она особо на губах не блестит вообще. В ней, естественно, нет никаких переливов, никакого шмира, ничего. Это у нас артикул 43015. Это идеальный цвет на лето, под загорелую кожу. И если его наносить прям вот с тюбика, то он интенсивно наносится на ваши губы. То есть он плотно ложится. И он такой уже яркий получается. Ну, в принципе, вот то, что мы тут видим. А если ее попробовать растушевать пальчиком на губах, то она дает очень красивый персиково-бежевый оттенок. И это как раз то, что я хотела от нее. Я именно сейчас так ее и буду использовать. А летом буду понасыщеннее ее наносить. И я думаю, это будет очень красиво смотреться. Универсальная помада, которая подойдет, в принципе, на любое время года, в зависимости от того, как вы ее нанесете. Secret Story я заказала себе тушь 3D Volume Secret. Вот в такой упаковочке. Супер объемная тушь для ресниц. Секретный сигнал. Тоже красивая упаковка. И, кстати, она даже легче, чем помада, которую я вам только что показывала. Сейчас покажу вам щеточку. Вот она. И она довольно-таки длинная, но не сильно объемная, пушистая. Такие обычные ворсинки. Это не силиконовая, обычная щеточка. Будем пробовать. Я еще не наносила и не пробовала ее. Это был весь заказ, да, и у меня тут уже вот такая гора скопилась этих продуктов. Коробочка моя пустая. Надеюсь, видео получилось недолгим. Старалась вам говорить кратко, но емко. Так что буду с вами прощаться. Спасибо, что смотрели это видео и досмотрели его до конца. Желаю и вам приятных покупочек. Всем хорошего настроения, улыбок побольше и пока!